13:07 на часах. В эфире «Особое мнение» в студии Дарья Топузлиева. И мой сегодняшний гость – депутат городской думы Владимир Журавлев. Владимир Вениаминович, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Нас можно услышать на частоте 101.0, онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте echokirova.ru. А мы, наверное, начнем сегодня с 1 сентября, День знаний. Как у вас прошел, как начался этот день? Где-то были уже по личным делам, по депутатским? Да, конечно, 1 сентября поздравляю всех учителей, учеников, родителей, просто горожан с тем, что такой день. Может быть, совсем немножко с погодой не повезло. Но, мягко говоря. Да, мягко говоря, прохладно. Но, с другой стороны, солнышко вышло, дождя нет. При сегодняшнем раскладе это уже хорошо. Да, был у меня в округе в 15-м 4 школы. Это 10-я, 28-я, 24-я и 13-я коррекционная школа. Я во всех школах был на линейках, поздравил директоров. Как 28-я школа, они же теперь лицей. Да, то есть я хочу сказать, что поздравляю директора 28-й школы, педагогический коллектив, с тем, что они стали лицеем. Они долго боролись за это. И я знаю, что здесь в этом все поучаствовали, чтобы им помочь. Есть и мой вклад в это, поэтому мне вдвойне приятно. Тем более я сам выпускник этой школы, и для меня она имеет, ну, такой особый статус. И она заслужила, ей в 17-м году уже будет 100 лет, поэтому это все достойное мнение. Ну, я обе практики проходила в 28-й школе, там, конечно, ребята умные, поэтому я тоже думаю, что им давно стоило стать лицеем. А вот по поводу другой вашей школы. 24-й активисты на прошлой неделе там собирали подписи за то, чтобы не строить высотку, вот, которую на Ленина. Есть ли там сейчас смысл, чего-то смогут ли они добиться или уже все решено без возврата? Ну вот смотрите, я начну издалека. Вот в июле наконец-то я с момента, когда я стал депутатом, я ставил вопрос о том, что у нас должна быть программа развития школ, просто строительство, потому что я знал демографический. Вот эту демографическую волну, она должна нас захлестнуть, и нынешнего количества школ у нас просто не хватает, даже вот по местам в школе. И Владимир Васильевич Быков неоднократно об этом заявлял, он пропускал мимо ушей и говорил, что у нас тут две школы год строят, там в Зиново и, по-моему, в Урванцево, это на окраинах города. А все остальное у нас все хватает школ. Но когда в итоге, а я знал ситуацию совершенно по-другому, пытался его и там рабочих групп внимания сосредоточенное, там никто, в общем-то, не слушал меня и отмахивались, я считаю, что так. А когда вот пришел Александр Викторович, мне удалось убедить и администрацию города, и я письма, сославшись на послание президента 4 декабря 2014 года, которым он прямо сказал, ребятка, давайте-ка смотреть и строить новые школы, и капитально ремонтировать старые, но необходим список. То есть, когда до списка дошло, глава департамента, ну, сейчас исполняющий обязанности и заместитель, доложили нам такие цифры, что нам срочно в городе Кирове до 2020 года нужно построить 10 школ. У нас сегодня остается 5 лет, это мы должны идти в ритме 2 школы в год. Это что, миллиард что, рублей а примерно. А что за список, то есть уже где-то там определили, где необходимо? Да, и самое главное определили, но я хочу вот как бы огорчить, наверное, горожан, и меня это вот вызывает возмущение. У нас сегодня не осталось мест под город. Наше вот это, ну, уже как бы, я не знаю, как это назвать слово, это точная застройка и ведущаяся политика последние там 8-10 лет администрации города привели к тому, что у нас сегодня мест под школ нет. А президент говорил, что, ребята, интенсивная точная застройка должна вести к такой же интенсивной строительству социальных объектов, детских садов, школ, спортивных залов, стадионов, больниц. А где у нас это все? И сегодня у нас город, он некомфортный, и вот ситуацию изменить сложно. И все 10 школ мы запланировали за, ну, на окраинах города. Кто там будет учиться, я не знаю. Но, с другой стороны, вот администрации говорят, что это новые микрорайоны, то есть они только строятся, туда заезжают дети, и там потребность-то как раз больше, потому что в центре города какие-то еще варианты есть. Ну, я хотите скажу, это кто говорит, Владимир Васильевич Быков? А он в частности, позиция, да, администрации. Ну, я знаю. А он вникал в этот вопрос. А я вам сейчас скажу цифры. Ведь никто не считает. У него может быть образование другое. Человек просто не хочет считать или смотреть реальности в глаза. А ситуация такова. Сегодня мой микрорайон, это 10-я, 24-я, 28-я школа. У нас сегодня 5500 первоклассников сегодня пошли. И там сегодня действительно у меня несколько, больше десятка жалоб. Родители их просто не могут принять в школу, утрясать. Это по району, да, чтобы... Это попасть? Вот по этому микрорайону, это сегодня, а через 2 года у нас будет количество первоклассников примерно 8650. Количество первоклассников
вырастет на 65%. А у нас в центре города мест сегодня уже нет. Это, конечно, по городу. А куда их, куда детей, куда первоклассников рассылать? И вот тогда вообще станет проблема номер один. Но к этому времени, ровно через 2 года, Владимир Васильевич Быков, он уже не будет главой города. И он, как, знаете, как с гуся вода будет получаться. А я считаю, что сегодня ответственным человеком, тем более возглавляет еще партию «Единая Россия», я считаю, что он. И я считаю, что федеральная власть или там областная, там лица губернатора должны спросить по полной программе, кто виноват в том, что у нас сегодня в центре нет школ. И это уже ситуацию фактически не изменить. И последняя у нас возможность была построить, это 24-я школа. Там была выделена земля еще там 15 лет назад. В генплане это было. Но вот чиновники и администрация города предыдущего, ну, там под разным соусом давали на один дом строительство, на второй, на третий, на четвертый. Ну, возможно, тогда, если вот диалог там с Александром Перескоком с главой администрации пошел, возможно, с ним нужно это как-то регулировать. Но, к сожалению, Александр Викторович пришел, ну, поздно. У нас участков земли сегодня официально подтверждают все, в городе нет. И подтверждением того стало, все 10 школ запланированы на окраинах города. Да, они новые, да, они современные, но необходимость-то, куда будут первоклассники ходить? Президент сказал, двухквартальная доступность. С 1 по 4 класса, где мы их будем обучать? Значит, нужны какие-то кардинальные меры. Вот. А ситуация, вот смотрите, какая. 10-я школа, самая крупная в области школа. У нас есть закон, подтвержденный на областном уровне, что количество учащихся должно превышать 25 в классе. А 10-я школа, вот я был там сегодня на линейке, у них 6 классов по 30 учеников каждый. Это 180 человек. До этого прокуратура должна была наблюдать и даже наказывать и штрафовать директоров школ, если они набирают больше 25. За этим строго следили. А сейчас ситуация такая, это уже сегодня, при нынешнем количестве детей, а там еще строятся микрорайоны в центре, что будет через 2 года? Но я так понимаю, все равно это директора школы берут на себя эту смелость, чтобы дети ходили рядом с домом. Директора вынуждены так делать. Ведь нет, это не микрорайон. Для минус, это я наоборот им в плюс, что они берут на себя вот эту ответственность. Погодите, я думаю, что просто власть должна договориться, губернатор с прокурором области, чтобы не было этих проверок. С Роспотребнадзором, там, с пожарниками и так далее. Потому что есть вопросы. А 24-я школа, ведь в 2 года, когда я поднимал вопрос об этом, и Владимир Ильич лично говорил, обратитесь к губернатору, сходите. У нас нет мест в школе. Он сказал, у нас все хорошо, все в порядке. А сейчас какова ситуация? А ситуация такова, что они выдали уже решение на строительство этого дома. А в этой школе обучаются 430 учеников, и Роспотребнадзор под давлением там, ну, обстоятельств, и в принципе он выдал только на 300. И сейчас у нас 130 учеников идут в 49-ю школу. Откуда ушла 28-я, это было второе здание. Mm-hmm. Но это же сколько кварталов? 6 или 8 кварталов. Поэтому это неудобно. Сейчас встает вопрос, там, как возить детей. Мы ломаем голову и не знаем, как это сделать. Каким образом? Чтобы... Ведь там у нас 24-ю школу, а это перевели на Горбунова 6, 7, 8, 9 классы. Очень много с улицы Заводской, с нового микрорайона. Представляете, на Горбунова ехать? Это за Октябрьским проспектом, там у автосалона «Гусар». Это очень просто неудобно транспортно. О чем думает власть? Я не знаю, они себя сами поставили в такое положение, как будут выходить, но я считаю, что прощать такое нельзя, должны слетать головы. Те люди, которые довели до такой ситуации, должны отвечать, я считаю, как минимум поступить со своими должностями. А Владимиру Васильевичу просто я ставлю в укор, что фактически вина, он 9-й год глава города, и я ему неоднократно говорил 3 года назад о том, что здесь нужны школы. И мы еще забыли ситуацию по 28-й школе. Она как раз решалась 3 года назад, и мы бы ее снесли, если бы не отставили там депутаты, родители и так далее. И вопрос решился у губернатора. А уже было подписано замом главы администрации распоряжение о сносе этой школы. Также говорили, что она не соответствует нормам, что здесь нельзя строить новую школу, но ведь оставили. Из 24-й школы то же самое можно было делать. Вот я читал, что вот Сергей Иванович Кучуров говорит, что здесь нельзя строить школу. Но они ссылаются еще на то, что они уже хотите, много скажу, денег туда вложили. Погодите, нет, денег много, Сергей Иванович, вложил, никто не спорит. Но просто у города сегодня нет другой возможности, чем чтобы построить вообще новое здание. Я согласен, новая полновесная школа не получится. Так ведь мы еще с Юрием Васильевичем Красулиным, это бывший зам по строительству, и с Ириной Васильевной прорабатывали вопрос. Да, недостаточно. Ведь не говорит о том, что мы построим новое здание школы, мы построим новое здание в
четырехэтажное на 4500 квадратных метров. Этого достаточно, чтобы обучалось 650 учеников. Плюс рядом стоящее здание существующей 24-й школы, и там разместить начальную школу. Это 250 у нас получается, нормальная школа 950. И мы не обзываем, что это новая школа. Мы говорим, что это самостоятельное здание учебное, и спокойно размещаем там школу. Эту проблему, конечно, решать вот этими пристроями, то есть не строить какие-то отдельные здания. Это вот не пристрой, это будет самостоятельное здание, но находящееся рядом. Пример. У нас 28-я школа находилась вот на Горбунова, здание 49-й школы, и здание 28-й на Ленина Мопра. Ведь прекрасно уживались. Кэппл. Одно здание во дворе Ленина 20, другое на Свободе. Второе здание. У физмата такая же ситуация. На труда находится основное здание, начальная школа в Макарии. Представляете, да? А тут рядом у нас просто других зданий в городе нет. А вопрос стоит острый. Через 2 года будет коллапс. И то есть, и правильно я понимаю, что места-то все же будут, но придется ездить куда-то на окраины города. Ну, Владимир Васильевич, когда я ему сказал, что вот 24-я школа, здесь должны дети учиться, он сказал, мы в Зинове построим новую школу, это, знаете, гринхаус. Да. Вот туда будут первоклассники ездить, представляете? Он сказал, так сейчас все на машинах детей будут возить. Вот я хочу обратиться к горожанам, вы спросите Владимира Васильевича вот из того микрорайона, вы готовы возить в Зиновы своих детей? А там пробка бывает в это время около 8 часов в сторону Новоавятска. То есть это смешно, Владимир Васильевич, он, похоже, не знает город. И когда, знаете, вот он отстаивает строительство вот здесь многоэтажного дома 18-этажного, 16-18-этажного, и у нас здесь под дом, для школы места нет. А вот под дом, под строительство у нас находится. А в парке Победы у нас 4 гектара земли. И когда-то Владимир Васильевич говорит, что здесь нет места 2 гектаров, 2 и 3. Так давайте, Владимир Васильевич, построим школу. У нас, кстати, в том районе тоже не хватает мест. Сейчас уже начинается вырисовываться картина. Так давайте в парке Победы, там и стадион есть как раз. На 4 гектарах построим современную школу. Она там необходима. А что мы там собираемся строить? Вопрос к Владимиру Васильевичу. Я ставлю, начинаю жестко ставить вопрос, потому что вот все документы уже посланы в администрацию президента страны. Я считаю, что реакция должна быть. Руководители, главы регионов или городов, которые ответственны за этот процесс, а я считаю, что развитие среднего образования, строительство школ, размещение детей, он провален. И сложно, как из этого выходить, я сейчас не знаю. И Владимир Васильевич спокойно через 2 года уйдет, и будет ли хоть одна школа построена, а мы потом будем этого раскрывать. Меня как жителя, человека, который здесь родился, депутата этого круга, никак не устраивает. И все говорят, а чего тебе нужна кровь? Но я не могу молчать. Я считаю, что чиновник, если виноват, а он глава города 9-й год, должен уходить в отставку. Тем более он политический лидер. Угу. Партии власти, я считаю, что это недопустимо. Тогда мы сейчас сразу с одной острой городской темы в другую, точно такую же. Ярмарка на Комсомольской площади. Сегодня предприниматели обещали объявить голодовку, почитала коллег, и вроде бы кто-то уже пишет, что да, действительно, с 9 утра они запаслись кофе и есть уже отказываются. Вчера был у них последний день работы. К 1 октября там уже планируют сделать парковку, уже начали вырубать, ну не вырубать, там санитарная обрезка деревьев началась. Возможно, стоило этим предпринимателям пойти на компромисс, договориться с администрацией, пойти на этот рынок, или все же стоит стоять на своем, голодать, пытаться чего-то добиться? Нет, я знаком с этой ситуацией, и моя, смотрите, какая реакция. Вот мне не нравится вообще действие администрации города и главы города по многим вопросам. Они на словах заявляют, что мы поддерживаем малый и средний бизнес, мы занимаемся развитием, но это одни слова. Нет, с другой стороны же предлагают единый рынок. Погодите, теперь давайте следующий вопрос. Я встречался и с активистами с этого рынка. Теперь второй вопрос. А на словах вы говорите «да», а скажите мне, что вы предприняли, чтобы развивать малый бизнес? То, что вы дали олигархам и крупным финансовым структурам, так мы знаем в администрации города, как идет приватизация, как шла приватизация. А по малому бизнесу как били, так и есть. Снесение ларьков. Как было? Пока не вмешался министр промышленности Мантуров, у нас как ларьки сносили, так и сносят. Как центральный рынок мы передаем московскому застройщику, непонятно как пришедшему сюда, откуда московские застройщики из Подмосковья узнали, что здесь центральный рынок. Я думаю, что Владимиру Васильевичу можно задать вопрос. И оттуда ведь тоже убирает 1000 примеров частных предпринимателей. Вот еще удар по малому бизнесу. Ларьки, центральный рынок, теперь на Комсомольской площади. А знаете, почему не идут на центральный рынок? Они говорят, так, ребят,
там строится большой торговый центр. Там своих-то некуда девать. То есть это временно, насколько? Месяц, два, три, полгода. То есть они понимают, что это бесперспективно. И власть должна, в моем понимании, если она забирает у людей бизнес, то, и, например, нужна земля в одном месте. Есть же там понятие такое, как изъятие земли. Так, ребят, дайте им в другом месте. Не хотят на центральном рынке? Давайте в юго-западном какой-то создадим там, ну, какую-то площадку торговую. Там их не так много. Вот там на Конево есть там большие территории между девятиэтажками. Давайте там создадим несколько торговых площадок, чтобы можно было торговать и этим товаром. И, например, там давать бабушкам торговать, старушкам, пенсионеркам, садоводам, которые могли бы реализовывать свою продукцию. Но об этом мы давно говорили. Садоводам же сейчас пообещали бесплатные места рядом с ЖД вокзалом, но с тем условием, что они будут торговать конкретно вот продукцией там со своего Погодите, огорода. Пообещали, это должна быть четко продуманная программа, и затрагивающая не только садоводов на железнодорожном вокзале, она должна касаться всего города. Главы территориальных управлений должны предоставить такие, ну, подготовить предложение. Это временная стоянка, это не капитальное строительство. Это площадки, до которых можно было бы осуществлять такую временную, да, сезонную торговлю. Но ведь никто этого не делает. И поэтому возмущение-то людей не в том, что их выселяют, а в том, что с ними относятся. В свое время, несколько лет назад, администрация города им дала и тут же забрала. То есть это не продумано, я считаю, не государственная политика, а какое-то вредительство, в моем понимании. И вы пока не договоритесь и не предоставите людям, устраивающую их территорию, не нужно их трогать. А то это получается война против своего народа. Я понимаю, что сейчас их устраивает только одна территория, так конкретная территория, на которой они уже работали. Нет. А сейчас-то в этой ситуации что делать? Я разговаривал с ними, они готовы говорить, ну дайте нам, мы должны почувствовать, что интересно. Например, юго-западный район. Вот между домов там можно делать площадки, там можно и ходить, участки, не такая большая территория. Пусть это будет две площадки. Ну давайте заниматься этим вопросом. Они говорят, мы готовы, но нам никто не предлагает. Центральный рынок не хотим, потому что там, во-первых, и так переизбыток. И через какое-то время, и, говорит, этот рынок начнет застраиваться. Там нечего делать. Ну то есть там может произойти та же ситуация, конечно, что и здесь. Конечно. И плюс элементарно, те товары, которые не предлагают, они уже есть на центральном рынке. Ну, еще вот, вопрос конкуренции, соответственно. Конечно, конечно. Поэтому я считаю, власть не хочет заниматься вопросами. А в моем понимании, я не зову к революции, но те главы городов и муниципальных образований, которые не слышат свой народ, они должны просто уйти с этой работы. Вот и все. Прийти те, которые готовы решать. Самое главное, решение есть. И есть депутаты, которые там пытаются что-то решать, но их меньшинство. Большинство как по команде занимается, но я считаю, что это антинародная политика. В моем понимании антинародная, когда в данном вопросе, когда не слышат людей и не стараются решить их вопрос. Для нас каждый бизнесмен важен. Это самозанятость. Пусть даже налоги никакие, сегодня непростое время, кризис. Но куда мы сносим? Зачем мы обостряем ситуацию? Я считаю, что это глупая, недальновидная политика. Просто. Голодать-то им сейчас стоит? Ну, хотите скажу, а у них выбора другого нет. Вы поймите, что там большинство, оно говорит, а куда мы торговать пойдем? Там, я 10 лет, там, я 12 лет торгую. Он останется без средств существования. Его семья. Поэтому у них вопрос жизни и смерти, извините меня. Их фактически увольняют. А у нас даже при увольнении какая-то компенсация. Что город компенсировал? Я, может быть, и соглашусь, что там нужна автостоянка, как гражданин. Но я никогда не соглашусь, когда с людьми так по-свински просто относятся. Вот и все. Их не слышат. Я понимаю, что там Владимир Васильевич, у него специальность такая, но его задача укатать. Ну так, давайте укатаем. Спасибо большое. Перейдем тогда от бизнесменов к теме, которая касается практически каждого кировчанина. Конечно, вокруг нее споры не утихают, но уже чуть-чуть вроде стало потише. Капитальный ремонт. На прошлой неделе нас просто правительство удивило цифрой, что Кировская область вошла в число лидеров, вышла на 3-е место в ПФО по сборам за капремонт. Еще совсем недавно мы помним, что практически целый Кирово-Чепецк не платил. Туда выезжали делегации, чиновники из фонда капремонта, то есть договаривались там с людьми. И вдруг тут мы раз и в лидерах. Что повлияло на сознание людей, как вообще эта ситуация могла произойти? Ну, во-первых, сама идея может быть неплоха. Я знаю, что такие есть фонды в Германии по ремонту, по общественной собственности. Но там немножко... Там контроль. Меня смущает вообще вот и думающих людей ситуация какая, как с управляющими компаниями. То есть мы заплатим деньги, их просто разворуют. Тем более вы в курсе, что это не государственный, этот фонд капитального ремонта, он не государственный. То есть это такая коммерческая организация общественная.
Ну, такая вот. Поэтому, если деньги будут контроля, просто я боюсь, что деньги будут разворовывать. Поэтому людей не все хотели бы платить. То, что начали платить, ну, я хочу сказать, что вятский народ, он достаточно такой дисциплинированный и сознательный. Мы даже там на первых местах по сбору за коммунальные платежи. Поэтому тут как бы автоматически по системе, то есть по это инерции. Просто пассивность свою мы включили или что? Ну, пассивность в плане того, что мы не спрашиваем с этого фонда и с наших властей, ребята, насколько эффективно все это используется и куда деньги уйдут. А ведь, а как узнать, что они разворуют? Они скажут, вот этот ремонт этого дома стоит 10 миллионов. А как проверить, что 5 миллионов? Ну, должен быть какой-то соответствующий механизм. Вот его до конца нет. Вот до конца его нет. И у меня всегда появляется сомнение. То есть это просто очередная какая-то кормушка получается. А власть, она не спешит контролировать. Она муниципальное предприятие не все может контролировать. Но частенько все равно вот у нас еще в эфире кто-то из коллег ваших, из депутатов, и из городской, и из областного заксобрания высказывается, что они в том числе ведут эту работу с избирателями, то есть когда к ним приходят люди, спрашивают, там, условно, Иван Иванович, надо ли платить за капремонт? Да, надо, и объясняют почему. То есть тут, соответственно, есть и какая-то лепта, депутаты ее внесли нет, в то, что... Нет, я согласен, принят, тем более это закон, это принято положение, я однозначно говорю... Я не то чтобы против, я там не призываю вот сейчас никого не платить. Я, может быть, и за, но я четко говорю власти, давайте контролировать их, потому что здесь слишком соблазнов много, искушений. А это вопрос за властью. Мы управляющие компании не контролируем, меня до сих пор не устраивает работа 90% управляющих компаний. Я знаю, что они неэффективны, и просто деньги выводились и выводятся. Давайте контролировать. С этими мыслями сейчас. Меня не устраивает управление городское, понимаете, его качество и методы, которые она выбирает. То есть тот контроль, который город осуществляет. Конечно, это тоже вопрос главе города, главе администрации. Уйдем тогда сейчас на короткую рекламу, после нее вернемся. Добрый день тем, кто только подключился. В эфире «Особое мнение», в студии Дарья Топузлива и мой гость, депутат городской думы Владимир Журавлев. Мы переходим к следующей теме, которая тоже вызвала на прошлой неделе, да и на этой неделе споры не утихают, по поводу амнистии к 70-летию Победы. У нас уже тут нарисовались два громких амнистированных. Одна – это жительница Мутнинска. В феврале этого года она родила ребенка, выбросила его в выгребную яму. Суд признал женщину виновной, но вот по амнистии она была освобождена от наказания. Сейчас на сайте Change.org собирают петицию кировчане, жители Амутнинска, там даже люди из Екатеринбурга подписываются за то, чтобы она все же понесла наказание по всей строгости закона. И другой случай, который меня тоже возмутил, это руководитель учебного центра «Север». Его судили за коммерческий подкуп. Также по амнистии освободили, но не прошло, я не знаю, там, мне кажется, месяца, как его снова взяли на том же самом преступлении. Вот эта вот амнистия, она во благо ли пошла? То есть кого-то это явно она ничему не научила. То есть как это сейчас скажется на имидже судебных органов, в госвласти, что вот мы к 70-летию Победы освобождаем где-то убийц, людей, которые тут же идут и дальше совершают эти свои преступления? Ну, я понимаю, о чем вы говорите, в принципе, вообще, я бы нашим руководителям властным рекомендовал учить римское право, из которого сегодня произрастает все право и вся демократия, она оттуда пришла, и мудрейшие люди, мудрецы, они сказали, что все государства, неважно, рабовладельческое, там, феодальное, капиталистическое, социалистическое, распадается, и, знаете, причина в чем? Несправедливость. Пусть будет плохо, но всем. А когда одним очень плохо, а другим очень-очень хорошо, я имею в виду про ту систему, которую мы создали в обществе, это олигархат фактически. То есть хорошо тем, это олигархам, которые получили путем приватизации, там не совсем нормальной, и тем чиновникам, которые в связке с этими олигархами делают свое состояние, зарабатывают деньги и руководят нами, как вот бы было. Хорошо, и просто вот, обычным людям вдруг оказалось. Но я хочу сказать, что два вот этих случая, ну, особенно там мать из Амутнинска, я не думаю, что здесь все сделано незаконно. Другое дело, нет, что... Нет, тут не стоит вопрос незаконности, просто самого, вот как это звучит, то есть, что ее освободили в честь 70-летия Победы, женщину, которая убила своего ребенка. Ну вот, смотрите, это всегда такой определенный правовеческий, сам вот юрист по образованию, правовеческое это есть справедливость и законность. Часто бывают законные решения, но они несправедливы. Это вечная дилемма. Это вечный спор по праву, в праве,
и вокруг него. Поэтому систему нужно как нужно сделать справедливее. То есть вот эту законную систему, сам закон нужно делать более универсальным, чтобы он был более справедливым. И создавать такую систему по его выполнению, чтобы она учитывала все нюансы. Но я хочу сказать, что никогда, это идеально было бы думать, что никогда законное и справедливое сравняются. Притом справедливость очень часто это такой субъективный фактор. Нам кажется справедливым, несправедливым. Меня, например, больше возмущает факт тот, как гражданина, как Васильеву выпустили, понимаете, она заплатила 71 миллион, отсидела непонятно, понятно, что она воровала, всем это понятно. Министр обороны уходит от ответственности. Вот это, я считаю, на федеральном уровне, но это очень бьет по имиджу государства. Ну там просто задействованы больше денег. Ну вот, к сожалению, и доверие к власти-то у людей, у граждан, оно, к сожалению, не становится лучше. Или, например, а как вот вам нравится... например, как продажа земли за 338 тысяч в парке Победы во время 70-летия Победы. Я считаю, что это с точки зрения моральности это еще хуже. Вот у нас свой вариант. Я считаю, здесь никто не сел, слава богу, наверное, не сторонник того, чтобы там, но смотрите, в парке Победы в 70-летие раз 4 гектара продают за 338 тысяч, и к этому каким-то образом подвязан Владимир Васильевич, ну, по крайней мере, там, его сын фигурировал в той фирме, которой передана земля под эксплуатацию. Поэтому, ну, вот этот вопрос, и общественность вся молчит, правоохранители молчат. Ну, там действия сейчас есть по обжалованию, но я считаю, что вот при таком раскладе, даже если было, это было бы случайно, Владимир Васильевич должен идти в отставку. Я почему на него и жму? Я считаю, что его время вышло. Вот все трещит по швам, и рано или поздно, вот... Ну вот чего-то случится. Любая тема сводится к тому, что Владимир Васильевич. У меня к нему очень много претензий, знаю очень много про это. Вот. Поэтому, конечно, справедливость и законность, я еще хочу сказать, это разные вещи. Но стремиться к этому надо. Хорошо, тогда ненадолго перенесемся из Кировской области в соседний регион. А как оцениваете шансы Сергея Мамаева и Кирилла Черкасова на выборах в Мариэл? С Сергеем Мамаевым тем более вы работали. Но это мы говорим о президенте, да, Мариэл Республики. Республики, руководителе республики. Ну, я с Сергеем Павлиновичем, да, действительно участвовал в команде по выборам губернатора Кировской области. Хочу сказать, что я с ними участвовал в команде, потому что считал, что ну, нельзя... Единая Россия проявила такую, ну, я скажу, свою политическую позицию, что не выдвигать, хотя это считалось ошибкой, считаю, что должен быть там был глава Вятушки, Сураев Василий Куприянович идти. Но не случилось это, там политические боссы решили по-другому. Я пошел к коммунистам, потому что я считал, что оппозиция должна быть. И... просто, чтобы была альтернатива. Да. То есть, как мужчина, нельзя сдаваться без боя. Вот моя позиция. Я считаю, что я даже и Никите Юрьевичу помог в чем-то, потому что сильная власть – это та власть, которая опирается на противоречие сильной оппозиции. Помните, как если сопротивление воздуха, оно так-то мешает самолету разогнаться. Но за счет этого оно его удерживает на плаву. Не будет оппозиции, я считаю, что как бы власть Никиты Юрьевича может кончиться очень быстро. Она может там отставка или еще чем-то. Поэтому он должен все действовать. Но Никита Юрьевич здесь, пока чтобы была сильная оппозиция. С ним все хорошо. А в Мариэл все-таки как? Ну, в Мариэл я знаю, по Черкасову не знаю. Там та же ситуация. У них нет местных кандидатов. Свой местный Маркелов, но он не местный, он москвич, он бывший офицер. Он уже 15 лет у власти. Он третий срок. И я, знаете, с удивлением вот для меня было, почему можно четвертый срок. И оказывается, он три срока назначался, а это не считается. То есть два срока – это когда тебя выбирают. Да. И поэтому он идет на четвертый срок. Но моя позиция, моя личная позиция, к сожалению, ситуацию в Мариэл не знаю так глубоко, но власть должна меняться, ротация власти должна происходить. 15 лет, а тут четвертый срок, ну слишком много. И вопросов там, ну, наверное, тоже много. Хочу сказать, не знаю про Черкасова, а про Сергея Павлиновича. Это не была его личная инициатива. Это была инициатива администрации президента. Я знаю, что с ним беседовал Володин, приглашал и просил выступить на этих. То есть, и сказал, что да, мы заинтересованы, чтобы была, ну, у них на месте нет своих представителей сильных. И как бы Сергею Павлиновичу предлагалось просто вот... создать такую оппозицию. Ну, то есть там тоже, да, можно сказать, что искусственно создают эту альтернативу. Ну, с другой стороны, это тоже задача власти, но не должно быть без критики все, понимаете? Ну, а насколько сможет быть хорошим руководителем человек, который не планировал, не хотел, но попросили? Ну, я хочу сказать, что, ну, возможно, у меня есть какие-то сомнения по этому поводу, но он ведь пойдет не один, и всегда можно опираться на местную элиту.
которую есть, можно использовать. Но задача... Использовать ту команду, которая там да, вот 15 да. лет при Маркелове Почему? Создавалась. Почему? Можно опереться там на других. Видите, там ведь не просто Сергея Полиновича еще пригласили коммунисты. Там очень сильны коммунистические настроения. И те люди, которые пригласили, они депутаты Государственной Думы и так далее. Достаточно такие люди влиятельные. Им просто уже очень много лет. Там 73, 76, двоим. Они могли бы быть президентами, но в 73-76 уже, ну, к сожалению, уже не те силы и так далее. И они просили Сергея Павловича приехать и сказали, мы будем работать, мы тебе подскажем, дадим людей. Но нужно возглавить. Своего не нашлось человека. Ну, как вот в Кирове, понимаете? Не нашлось такого, может быть, ну, действительно, хотя я верю, что на Вятской земле есть такие люди. Как Путин вышел? Его никто не знал. Я верю, что и в Кирове, в области есть такие люди. Они, может быть, не на слуху, но они есть. Но вот недостаток, может быть, нынешней администрации области и города, что мы толковых молодых не подтягиваем во власть, а способных ребят очень много. Нам нужно растить вот своих политиков. Вот у этих способных политиков. Ребят как, какие там шансы? У Мамаева Черкасова? Да. Ну, давайте дождемся результатов. Я, если честно... А сами бы вы за кого из них проголосовали? Ну, понятно, что за Мамаева Сергея Павловича, потому что, ну, в некоторой степени симпатизирую ему как человеку. И он показал себя... Ну, по крайней мере, бойцом не каждый сможет выдержать каких-то нагрузок. Вот, поверьте, я не завидую ни Сергею Павловичу, даже не Никите Юрьевичу Белых, и даже не Владимиру Васильевичу Быкову, я понимаю, и даже Александру Викторовичу Перескоку, я понимаю, что это нагрузка психологическая. Но мой вопрос, ну, если тяжело и совсем плохо чувствуешь, что не справляешься, найди в себе мужество, мужские качества, ну, где? Ну, чувствуешь, что не тяну просто, вот элементарно. Все, хорошо поняла вашу позицию по этому вопросу. А тут мы перейдем к другому. Тут мы с коллегами попалась нам на глаза майская новость с вашего же эфира. Вы рассказывали, что итальянцы планируют собирать в Кировской области мотороллеры. Как и сейчас есть какие-то подвижки, да, то есть в связи там с опять с многочисленными санкциями, которые с весны ввели в отношении России? Планы эти заглохли, не заглохли? Нет, на самом деле ничего не заглохло. Конечно, единственное смущает, что ну, доллар-евро подрос, и все заботятся о покупательской способности. Но эти планы, они, у них вообще, кто знает, с 15 августа по 15 сентября все итальянцы находятся в отпусках в семейных. И поэтому никого не удается вытащить раньше. А мы начали эту работу где-то конец июня, пока вот согласовывали. Поэтому после 15 сентября, и там вот у нас вторая половина сентября, октябрь, ноябрь, активный сюда приезд. И вот эта группа... Ну, то есть кто-то приедет, да. Уже договорились, да? Ну, 32 компании производственные. Они продолжают собираться сюда и приезжать, открывать здесь совместное производство. В том числе группа Piaggio, которая делает вот эти самолеты. Они делают, кстати, планеры одноместные. Mm-hmm. Одно, двух, трех, четырехместные самолетики делают небольшие. И эта фирма MyJet, которая хотела бы и при этом рассматривать вопрос, возможно, ну вот, развития какого-то участия в нашем аэропорту. Они одновременно и производители, и они одновременно, у них подразделение дочернее, это локальный перевозчик европейский. А с Победилова как-то какая-то ну, связь вот, да, есть? Да, да, они в курсе да, вообще да, этих планов? Да, вот мы как раз они приедут, мы будем рассматривать три вопроса. Это и мотороллеры, это и самолеты, там еще станки с ЧПУ, и там поставка материалов для нашей оборонки, возможно, там для Лепсия и Витека. И плюс, в том числе, вопрос о Победилово, то есть в двух плоскостях. Первое – это взятие в лизинг и начать международные перевозки, потому что у них есть международная лицензия, как у компании, то есть им проще. Нужна просто здесь адаптация, здесь, на российские, к российским условиям. Чтобы летали самолеты Египет, Турция, там, Таиланд, Индия. Ну, в аэропорту Индия. В курсе да, этих, да, да, планов? Нет пока. Я официально не веду, потому что они приедут, начнем переговоры более плотные, появятся вопросы. А это вообще на каком уровне? То есть это только вы, представители этих компаний, или уже там ну, на самом задействованы деле, кто-то из чиновников? Или... Ну, я проговаривал вопрос с Бересневым Романом ну, предварительно. Будет просто реалитет, реальность какая-то. Ну, мы пойдем к Михееву, заму по промышленности, и... Если необходимо, Никите Юрьевичу сходим. К чему? К тому, что приедут эти итальянцы, а тут никто ни сном, ни духом про них ничего не знает. То есть не получится такой ситуации, что они приедут поговорить с руководством Победилова, а руководство Победилова в командировке. Нет, во-первых, вопрос будет решаться не в одночасье, не за одни переговоры. Они приедут, изучат ситуацию, обстановку. У нас первый вопрос – это сборка мотороллеров и самолетов. Вопрос перевозок, у них есть ряд вопросов по нашему законодательству, по нашему там летному праву и так далее, по нашему кодексу.
Это вопрос, наверное, уже третий. И поэтому, и все-таки здесь инициатива частной структуры, там, кировской нашей группы, и плюс там вот этой итальянской стороны, мы изначально не будем шуметь так, что, ребята, вот мы готовы, приехали. Мы сначала подготовимся хорошо, а тогда уже пойдем в правительство, потому что должно, вот с чем идти. Тем более, действительно, вот кризис определенный есть. Санкции, они, кстати, не влияют на открытие совместных предприятий. И на то, что они предлагают нам частные инвестиции, вот эти частные инвестиционные фонды, им тоже не запрещено. То есть тут проблемы инвесторами нет. Нет, просто вопрос, он будет готов организационно, тогда, конечно, мы пойдем в правительство. Но эта работа ведется. Угу. Вот на этой позитивной, надеюсь, ноте для будущего Кировской области мы заканчиваем программу. В эфире прокурор области. А не успеем? Прокурора хотели, да, мы еще обсудить. Давайте нашего быстро. Нового. Ну, давай. Буквально 30 секунд. Просто да. Новый прокурор области Николай Журков высказался о том, что о точечной застройке, о том, какая хорошая борьба плотная ведется в городе. А вот до этого мы все разговаривали о том, как у нас все плохо. То есть он поражен, что кировчане, граждане активно занимают позицию гражданскую и пытаются оспаривать. И добиваются, да, чтобы дома не строились. Ну, вот мы как раз посмотрели с Дарьей, откуда Николай Журков. Он, кстати, мой не родственник, просто он Журков, я Журавлев. Но приятно, что что-то такое есть. Вопрос, он из Брянска сам. И мы смотрели, что в Брянске, он, ну, это город, который находится старый, да, на западе. Да, архитектурные памятники под угрозой уничтожения. Да, вот мы прочитали в интернете. Поэтому, ну и плюс, там, возможно, старая часть города, она была во время Великой Отечественной войны, ну, наверное, скорее всего, помните, Брянский фронт, и тогда, наверное, была разрушена. Или, может быть, у них там такая позиция определенная. А в Кирове, вот как раз в том числе и с моей помощью, и там вот Юрий Викторович Красулин, который был зам, Ирина Васильевна Рубцова, мы приняли в свое время, где-то в 2013 году, положение, понятие такое, как исторический город, где ограничили количество этажности застройки. Ну, вот, кстати, по 24-й школе вот в этом здании у меня есть вопросы. Я тут с удивлением обнаружил, что вот этот как раз квартал, его вынесли из исторической части. Насколько я помню, он был в исторической части. Но нужно уточниться. Вот у меня, кстати, вопрос сразу прокурору области, обращаясь к Николаю Журку. Проверьте вопрос. Как мы в 2013 году, по-моему, принимали, этот квартал тоже в историческую часть. И тогда 18-этажный, даже 16-этажный дом здесь строить нельзя. Потому что норма по Ленина 15 этажей, по Роза-Люксембург 18 метров 15. То есть это значит 5 этажей. И по Розе 18 метров, значит это 6 этажей. Ну, тогда предлагаю вам все вопросы адресовать новому прокурору. Я считаю, мое устное обращение в прокуратуру. Прошу проверить вот этот угол Роза-Люксембург и Ленина, том, в исторической части он или нет. Там споры есть, там есть момент. Все, теперь точно заканчиваем. В студии была Дарья Топозлива и депутат Гордумы Владимир Журавлев. Спасибо, до свидания. С 1 сентября всех, с началом учебного года. До свидания.